Ну вот мы заселились в очередной отель на острове Котао. Называется Tato Sea View. Кушеточка небольшая, хорошая двухспальная кровать, холодильник. Сейф закрытый почему-то. Ладно, узнаем. Wi-Fi, тут все дела. О, маленькая раздевалочка и туалет с ванной. Ну, такой не маленький. А, тебе и так надо вставить, судя по всему. Ну, в общем, короче говоря, нормально. Нормально. Словом, все хорошо. Но самое главное... А, даже телек есть. Самое главное, ребята, это вот этот вид. Вот этот вид из этого номера.